Здравствуйте, драгоценные мои. Ну что, поглядим, что же у нас такое страшное скрывается за этими дверьми. Музыка как-то притихла. А, вы посмотрите. Я узнаю это место. Это... А, ну вообще, все логично. Это как раз и есть тот тронный зал. В самом начале. Помните, с чего игра начиналась? С этого, с туториала. Ух ты. Какой-то прочный рыцарь оказался. Вот. Это именно здесь происходило. И именно здесь какой-то рыцарь убил короля. Драматически притихла музыка. Не уверен, что мне потребуется вообще что-то. Что же здесь меня ждет? Последняя запись. А, 25-я последняя. Перескочили сразу через несколько записей, видимо. Скоропостижно, получается, заканчиваем игру. Сегодня случится конец бесконечности. Я никогда не думал, что... А, какое сокровище лежит внутри этого замка. Думал только о том, что это исцелит короля от его болезни. Кто бы мог подумать... что это будет фонтан молодости. Миф, который дарует одному человеку вечную жизнь. Пока я смотрел вниз на тело короля, я понимал, что... это неизбежно. Дети всегда будут отвечать за грехи своих отцов. Я вошел в этот замок как мечник, как спаситель, но все, что я почувствовал... А, но все, что я оставил, это наследие отступника. Я могу чувствовать твой гнев. Но знай, что... это не я был тем, кто поверг твою семью в то ужасное состояние. Или, как сказать, разрушил твою семью. В тот момент, когда король поместил... вступил в фонтан внутри замка, королевские... Что это? А, королевская казна была опустошена Хароном. Моя семья, все семьи потеряли всю надежду на лучшую жизнь. И в моем внутреннем взоре я предвидел только одно средство, чтобы спасти страну. Для меня не оставалось ничего, к чему бы я мог вернуться, к моим детям, к детям моих детей. И вот я сижу, не стареющий, бессмертный и ожидающий вас. Вот он, Йоханнес, легендарный рыцарь, он же предатель. Вот он, тот самый. Почему ты хочешь сражаться со мной? Как много сынов и дочерей потерялось в этих жалких попытках отомстить? Ведь именно король поверг в руины нашу страну, а не я. Он лгал нам, он говорил, что он был ранен, и все же... это только время наносило ему урон.
Он жалел одних детей, превознося их над другими, жертвовал всем, чтобы удовлетворить его собственные эгоистические желания, и в конце оставил нас без копейки и в полном одиночестве. Поэтому я принял единственное верное решение, которое мне оставалось. Я отказался от короля и страны и выбрал вместо этого новую семью. Что же, предатель, сэр Йоханнес, который убил короля, держи, держи, Йоханнес. Отпрыгни. Ах ты ж, блин, бес. Генриетта, ты мне так хорошо послужила. Черт тебя побери. Ну что же, на чью долю выпадет сражение с этим гадом? Сэр Джимми, вот почему бы, лысый и прекрасный. Отчего бы нет, возьмем. А, кстати, вот у нас есть. Почему бы нам не взять доспехи? Давайте их возьмем. В новых доспехах пойдем драться. Вот уже прекрасный выбор. Броня. Нет, 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 броню я ничему не предпочту. Что за сифон? Не знаю, возьму эту. Поэтому так. Что у нас тут? Ну, давайте. Вот так вот, бац. Смотрите, какой красавец. Вот, вот ему предстоит участь. Харон. Харон обокрал. Он за вход в замок забрал все деньги. Он все деньги забирает. Он забрал у короля всю казну, чтобы тот прошел в замок. Когда этот рыцарь очистил ему дорогу, великий мечник Йоханнес. Да, он снова говорит о том, что какой гад король. Интересно. Бес. Ух ты, блин. В этот раз он как-то позлее будет. Кстати, чакрама — это единственное, что он не пускает. Ах ты ж, блин. Зараза. Ну нет, я так близко, что не должен сдаваться. Блин, неужели мне придется добивать его рыцарем? Сэр Глаубер, вот единственное нормальное имечко. То есть, в смысле, уже не повторяющееся хотя бы. Я думал, уже все имена повторяющиеся, но нет. Давайте, 86 уровень, по-моему, это уже... Ну хватит качаться, хватит. Я по привычке разобью вот эту всю хренотень.
Хорошо, что мне не приходится бежать до него по этим залам, но плохо, что мне приходится болтать с ним постоянно. Йоханнес, предатель, я тебя порешу сейчас. Лови. Опа. Какого дьявола? Да что ж такое? Почему он его не отталкивает? Посмотрите, это какой-то баг, что ли? Почему на этот раз Йоханнеса не отталкивают мои атаки и не сдерживают мои мечи? Ну, это просто вообще беспредел был. Не пристроиться. Да вашу ж мать. Дайте мне Хокаги. Ладно, к черту, варвар тоже сойдет. Больше всего жизней. Нет, я тебя все равно завалю. Ты что думаешь, ты вот так вот просто возьмешь и просто будешь надо мной глумиться? Нет. Эта серия по-любому будет последней. Йоханнес, тебе хана. Йо-хана из не. Да, предатель. Хотя не такой уж предатель. Что, огребаешь? Ух ты ж. Ай, блин. Держи. Ну-ка. Так. Опа. Вот тебе, гаденыш. Тьма. Ну, он просто был уже бессмертным не пойми кем. Ты думаешь, ты победил меня? Я жил более 1000 лет, и я буду жить еще в 10 раз больше. Александр Кхидр Понс де Леон. Я был не первым героем, который достиг фонтана, но я буду последним. Опа, кажется, нас ждет еще одна схватка. О, Господи. Фонтан. Ожил фонтан. Так. Ай. Ух ты. А, блин. Thank you.
Ай, блин. Неужели мне придется драться заново с этим серым рыцарем? С Йоханнесом? Нет, ну уж не вверх ногами же. А, леди Винери. Или... Давайте, господи. Леди Винери. Леди, может, ты сделаешь что-нибудь с этим проклятущим? Это... Блин. Ой. Ну, с кем? Черт. Точно, сначала с Йоханнесом, потом... Да. Это не будет легкая схватка. Ах ты! Ну-ну-ну-ну-ну. Ай. Ай, блин. Бесенок. Ну, держи. Опа как. Технично мы его уработали. Санта. Санта пролетел. Может быть, Санта-Клаус поможет мне в моем квесте по уничтожению этой скотины. Ох, какой подлюк, да? Какая. Гад. Блин. Полетели ножи из стаи упреков. О, блин, задел. У-у-у-у. Полетели прямые. А, блин, твою за ногу. Вы посмотрите. Я неплохо держался. Но мне нужен кто-то более наглый, более опытный. Да, это будет варвар. Леди Присцилла вторая. Или какая там по счету? Давай. Давай завалим уже эту скотину. Представляете, это несколько поколений прошло перед тем, как вот столько поколений прошло. О, под моим руководством это прошло сколько, с черти сколько поколений. Надо уничтожить этот фонтан. Ой, блин. Это как это? Как-то он меня так быстро уработал. Я не понял, от чего... Что произошло вообще? Как я так много огреб?
Блин. Ну, этому, я думаю, ничего не светит. Нет, мне искренне непонятно, как он так меня быстро уработал. Да блин. Так, ладно. Ну что, до фонтана добрался. Я думал, этому здоровичку вообще ни хрена не светит. Ладно, попробуем фонтан заработать. В смысле, утоптать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, нет, слишком большой, чтобы лавировать между лезвиями. Дайте мне нормального ниндзя, да вы что, охренели что ли, уже задолбали? Не хотят. Почему нельзя дать нормального ниндзя? Боитесь. Да, ну, конечно, моя первая леди, которая сюда пришла, я думал, что она была в шаге всего от победы. И до победы было еще очень далеко. Этого чувака мало победить. Ох ты! Да бросил, а! Ух ты, бес! Особенно активно в этот раз кидает. Ай, сэр, предатель, что-то вы какой-то неуемный в этот раз. Вот так вот тебе. Получи. Так. Ну что? Фонтан упал и вместе, блин, блин, бежать отсюда. А блин. Не повезло мне. Стал неудачно. А. Блин. Ну, гаденыш. Да что ж такое-то? Он как-то вообще агрессивно себя вел в этот раз. Ну, рыцарями играть, это, конечно, для меня бестолковая затея. Да блин, не издеваются, а. Пипец какой-то. Серьезно вообще. Почему мне не дают нормальных персонажей, этих дебильных рыцарей?
была пара завалящих варваров и один гигантский ниндзя, но и тех я сумел слить по-тупому. Да. Такой вот я негодяй. Ну давай, Йоханнес, гнусь горбатая. Ай, блин. Да твою за ногу. Как неудачно-то в этот раз. Да ё-моё. Могу его загасить. Лопнул, как мыльный пузырь. Ох-ох-ох. Фонтан. Давай, фонтан, рушься быстрее. Блин, как же мне тебя завалить-то? Да ё-моё. Блин, прижал, подлюка. Очевиден выбор, леди Генриетта со стопангином. В смысле, она умеет останавливать время, может быть, мне это поможет. Так, надо быть предельно осторожным в битве с Йоханнесом, потому что у нас мало жизни очень. По крайней мере, с первым. Надо разобраться как-нибудь. По-бодренькому. Давай. Давай. Мы тебя возьмем аккуратно. Да что ж такое-то? Генриетта! Ай, твою за ногу! А, это мне так нравилось. Мне так нравилась твоя способность останавливать время. Так, ладно. Хм, выбор неплохой. Так. Кого взять? Давайте остановим выбор на варваре. Так, ну и что ж, если сейчас у меня не удастся завалить этих двух долбозавров, то, ну, тогда уже придется откладывать триумф прохождения игры на какой-нибудь следующий раз. Я уже не знаю. Это оказалось не так просто, как казалось. Оказалось, как казалось. Блин, мне было этого проще гораздо. Монстр капельку загасить. Ай.
что ж такое-то? Да блин. Гаденыш. А! Не вовремя я. Да что ж такое-то? Держи карман шире. Блин. Этот скунс почти меня завалил. У меня жизни-то не осталось. Вот черт тебя дери. Ладно, три курочки, может быть, как-нибудь поправят положение. Или сколько? Все-таки четыре. Вот, блин. Ё-моё. Офигеть. Офигеть. Ай, как он меня задрал. Остается только вот сэр Джейкоб II Хокаге. Двигаем в сторону этого негодяя. Ну что ж, придется вам потерпеть до следующей серии. А пока остановимся. С вами был Любопытный Геймер. До связи.